Гондурас захлестнула новая волна протестов оппозиции, вспыхнувших после оглашения имени нового президента страны Хуана Орландо Эрнандеса. СМИ сообщают еще об одном погибшем. Отмечается, что 26-летний мужчина был застрелен военными в ходе разгона зачинщиков беспорядков. Общее число жертв протестов достигло 17 человек. Напомню, президентские выборы в стране прошли 26 ноября, однако их итоги были объявлены только в минувшее воскресенье. Члены оппозиции не признали результаты голосования и потребовали второго тура или пересчета голосов. Также были организованы масштабные протесты. В ответ местные власти ввели комендантский час.